Полиция открыла два уголовных производства по факту столкновения активистов с правоохранителями в Черноморске. Напомню, там вчера суд оправдал два десятка фигурантов по делу 2 мая. Пятерых человек освободили из-под стражи, но двоих сразу же задержали уже по другой статье. Как все было, смотрите в нашем сюжете. Движение автомобилей по улицам перекрыто. С самого утра суд Черноморска окружила полиция и спасатели. Здесь выносят приговор по делу 2 мая. Рядом со зданием суда несколько пожарных машин в полной боевой готовности. Присутствует и скорая помощь. Все другие заседания на этот день отменены. Слушание по делу 2 мая началось на 3 часа позже назначенного времени. Арестованных по делу суд оправдал. Постановил освободить. По предъявленному ему виновачению, по вчинению криминального правопорушения, предбаченному 14-й статьи 294 Криминального кодекса Украины, визнати невинуватими. Представители прокуратуры с решением не согласны. Будут подавать апелляцию. Прокуратура категорично не согласна с зазначенным вироком суду. И мы будем, на данный час уже готовится апелляция, яка найближчим часом буде подана до апеляційного суду. Патріотичні організації теж не согласні з рішенням суда. Все це время вони дежурили під зданием. Після об'явлення вердикта вони намагаються прорватися сквозь окруження правоохранителей. Хтось бросає петарду. В ход йдуть шумові гранати і сльозоточивий газ. Активисты сделали еще несколько попыток прорвать окружение и помешать вывозу фигурантов. Полиции пришлось обороняться. Да, спецсредства приняли для защиты полицейских, для отражения нападений на сотрудников полиции. Исключительно. Никто не задерживался. Никто не задерживался. Позже в полиции заявили, в столкновениях пострадали около 20 правоохранителей. По факту беспорядков открыли два уголовных производства. По части 4 статьи 296 – хулиганство. И по части 2 статьи 345 – угроза либо насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов. А вот двух оправданных фигурантов дела 2 мая – Евгения Мифедова и Сергея Долженкова – снова арестовали. Им выдвинули подозрения по другой статье – 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ольга Голодова, Кристина Немченко, Андрей Воронцов, 7 канал.